Ну, со второй попытки у нас все-таки получилось. Мэр Сергей Еремин пожаловал в студию вечернего канала «Прима». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и Юля Бочарова рядом со мной. У нее волшебный планшет, где все горожане. Что, Юля? Я сегодня отвечаю за Инстаграм, и все вопросы, которые приходили в пост телеканала «Прима» о том, что к нам придет Сергей Васильевич, они вот у меня здесь на карандашике. Буквально можно еще успевать дописывать, я обязательно все озвучу. Но по поводу того, что со второй попытки, так зато теперь это самый безопасный гость. Да, не говорит. Мало мне своего Инстаграма, еще ваш. Ну, попробуем, так сказать, за всех. Поехали, будем кратки. Да, Сергей Васильевич, я вот начну с вашей цитаты. Когда сидишь на карантине, начинаешь дичать. Это вы написали у себя в Инстаграме. Как вы пережили эту болезнь? Ну, это на самом деле такое внутреннее ощущение, вот эта фраза. Я же вообще достаточно человек, так вот, как свободолюбивый. И тут меня заперли, на самом деле, сам себя запер, на самом деле, в четырех стенах, в одной комнате, по сути, две недели, в чистую, как и положено, отсидел. Это, знаете, как ощущение, мне кажется, как в сериале «Дом 3» можно спокойно снимать. И когда вот эти первые слова, когда я действительно вышел первый день вот на улицу, когда вот этот снегопад сумасшедший, и всю ночь шел, я там на телефоне, и тут выхожу, и, конечно, вот ощущения те самые. Вот просто хотелось упасть и целовать землю. Вот всего две недели в голове все меняется. Ты начинаешь по-другому чувствовать, понимать, насколько на самом деле какие-то вообще бытовые вещи начинают быть ценными. Ну, мы же шесть человек у нас вот, в квартире находилось. Дочь в одной комнате заперта, я в другой, а остальные там... Зал и еще одна комната. Вот они так поделили пространство. Там надо, извините меня, выйти, там дойти до туалета. Звонишь, ребята, убегайте. Выходишь с баллончиком, все это продезинфицировал. Ну, такая отдельная история. И, конечно, я там тона уже третий день, тона уже на подоконник забрался. Видели видео, да? На четвертый день я вообще сидел, ходил, из окна никогда не выглянул из этой комнаты. У нас там козырек, ну, второй этаж и козырек. Смотрю, на козырьке грязно. Я через окно оделся, вылез, на козырьке все подмел щеточкой. Ну, то есть, ну, понятно, что по работе сначала там на телефоне, потом настраиваешься и так далее. Там 6 приложений. Мы раньше говорили, на каком языке общаться, а сейчас у нас новая задача, каким приложением общаться. Допустим, Давид, а вы через какой мессенджер говорите? WhatsApp, Zoom или Skype и так далее? То есть такие вопросы часто возникают. Поэтому первый вопрос, с кем ты соединяешься по видеоконтенту, спрашиваю, на каком будем приложении разговаривать? Вообще дикость. Полгода назад это можно было вообще какой-то нереальной фантастикой воспринимать. Ну, сейчас... о здоровье. Да, про самоизоляцию вы сказали, как себя чувствовали? Чувствую нормально. Я прошел, ну, в относительно, наверное, такой средней фазе. Не сказать, что прям там идеально ура, там симптомы были и так далее. Ну, немножко выход там был ничуть такой, не идеально ожидаемый, как я условно планировал. То есть поэтому надо беречься, надо внимательно относиться. Вот, ей-богу, коварная зараза, и не знаешь, где она вылезет. Я вот даже не планировал, все равно без вот, идеально невозможно вылезти. Не знаю, как вот у кого это получается, они просто, не знаю, с какой-то там под звездой. Ну, тяжело, надо беречься. Да, на самом деле и нашим красноярцам тоже надо беречься, потому что самое большое количество вопросов в Инстаграме, конечно же, про здоровье. Люди жалуются на свое, излагают свои частные ситуации, пытаются достучаться хоть куда-нибудь, и все это пишут и нам, и вам. Давайте мы сразу поясним, что, наверное, Сергей Васильевич не может каждому ответить на медицинские вопросы, и мы по фотографии не лечим. Ну да, я там попытался какие-то свои внутренние ощущения, эмоции, как у меня это проходит, ну чтобы все-таки, ну все равно это, вот у каждого практически будет по своим сценариям проходить. Вот он еще такой интересный этот вирус. Давайте только не все сразу, это во-первых, а во-вторых, ну полномочия отвечать, консультировать, в том числе в Инстаграме или куда-то вас отправлять, есть у краевого Минздрава, именно туда и нужно обращаться. Но мы с вами сегодня по карте города точно попрыгаем, потому что много вопросов районных. Я вот как раз начну с зеленой карты города. Про скверы сейчас речь. Вы всегда говорите, что в этом году десятки скверов там, здесь и так далее. Но знаете, когда у горожан спрашивают,
у них такое ощущение, что зелени все равно не хватает. Как с этим бороться? Потому что действительно мы видим, что скверы строятся. Почему у них возникает такая мысль? Ну, это, я думаю, что логичный вопрос. И он будет, на самом деле, вечным вопросом. Это внутреннее ощущение. Всегда хочется больше, больше, больше зелени. Тем более у нас есть территории, на самом деле, вот объективно надо говорить, я не особо не стесняюсь этих вещей, надо воспринимать, что градостроительно мы, конечно, подзагадили некоторые территории, так вот, если честно. И сейчас пытаемся просто-напросто их вытащить хоть в какой-то нормальный такой социальный вид, баланс и так далее, вот эту дискриминацию восстановить между берегов, между отдельные районы и так далее. Поэтому это нормальный вопрос, но мы здесь все-таки идем поступательно. Я много мер на самом деле ввели. Это и новые стандарты зеленого благоустройства. И мы сейчас ввели уже, если у нас инженерные службы убирают дерево, обязательно туда должен прийти сразу крупномер. Это уже мы бюджетом закрепили. Это не просто виртуальное, потом бегать за кого-то, там лаять, там ругать и так далее. Это принцип «начни с себя». И это мы закладываем, начинаем делать. Большие работы по озеленению идут новых скверов. И на сегодняшний день вот можно какую цифру сказать? Я тогда 3 года назад, мы очень аккуратно называли цифру, если начнем делать парки и скверы, то, может быть, через 5 лет скверов 50 у нас появится. У нас на сегодняшний день любыми механизмами, всеми, и бюджетными, и там, и краевыми, и федеральными, и муниципальными, спонсорскими и так далее, поддержки жителей, кстати, много программ запустили, 70 скверов уже на сегодняшний день сделан, 70, вот представляете, и все они собираются. Вообще идеология, на самом деле, по скверам у нас очень глубокая, серьезная. Мы, может быть, ее сильно сейчас пока не раскачиваем, надо создать основу. Вообще у меня идеология очень простая. Красноярск – это город в парке, вот если по большому счету посмотреть. Наша задача – сделать парк в городе. Uh-huh. И мы к этому стремимся. Создать пешеходное парковое кольцо, вот к чему сейчас уже начинаем, как ожерелье вот эти отдельные бусинки набирать. Парки, скверы в одно единое пространство. А вообще, вот я своей задачей ставлю даже не столько вот эти скверы наделать и замкнуть их в единое пространство, а создать, по большому счету, для будущих поколений неприкасаемый городской капитал. То есть это та вещь, когда наше поколение, никто, ни у одного дальше там руководителя и какого-то там, ни у кого не посягнется рука на то, чтобы нормальный благоустроенный сквер превратить в какое-то урбанизированное плотное пространство там с монотонной какой-нибудь высокоэтажной застройкой. А вот если там помойка вот в этом пространстве, то тогда, конечно, будут возникать и всегда будет возникать соблазн. Чем больше мы наберем вот этого баланса паркового, такой парковый плацдарм городской, чем мы больше займем сейчас с жителями города, тем это наш будущий капитал. Вот что надо нам по большому счету сделать и к чему мы стремимся. Есть у нас Инстаграм вопросы, да? Я даже говорю. Куча, я просто жду своей очереди. Но тогда вот сначала ремонт улицы 9 мая. Остановка, детская поликлиника, четная сторона. Все заасфальтировали с заплатками. На остановке остались провалы и ямы. Пешеходный переход неровный, если идти прямо по нему, упирается в забор. Ну, я думаю, что там, смотрите, вот таких улиц у нас много. Вообще надо сказать, если откровенно, то у нас вот это сейчас критика, вот в том числе Тельмана там возникает, вот 9 мая, там есть. По Ветлужанке есть, Даурская, Амурская, Красрап, некоторые вопросы возникают. Вот этих объектов вообще, у них шансов в этом году появиться не было вообще никогда. Мы просто пошли на колоссальный на самом деле риск. И я благодарен нашим заказчикам, что они все-таки до конца додавливают эту тему. Бог помогает с погодой, это да. Но мы 600 миллионов федеральных денег привлекли в августе месяце. Вы можете представить? В августе
Все отказались от них. Угу. Мы рискнули и пошли. И это будет в том числе тоже наш городской. Мы доделаем эти. И у нас, мы знаем, много недочетов. Я сейчас, заказчики так пилят, извините меня, впрямую, не просто асфальт, а и подрядчиков. У нас более 200 замечаний. Мы их знаем. Но мы прирастаем. Это в любом случае наша городская капитализация. И мы сделали эти дороги, и они будут уже служить. А так бы скакали бы, зубами стучали бы. Но еще черт знает сколько лет. Не делаешь — ругают, делаешь — ругают. Конечно. Вот смотрите, в июне месяце у нас бюджет по ремонту был, вот представьте, 250 миллионов рублей. 250. И в августе 600 миллионов. В августе уже почти мухи белые на горизонте были. И мы рискнули и сделали плюс 600. Вообще, на миллиард мы отремонтировали. Это, по сути, универсиадские показатели. Вы назвали улицы Даурская, Амурская, да, и так далее. И до этого сказали, что цель — сравнять два берега. Да, и вы это не раз говорили, ваша цитата. Но смотрите, понятно, что мы строим там скверы, понятно, что мы там открываем какие-то общественные пространства, но как привлечь туда народ, бизнес и так далее? Пример. Гремячая грива. Сделали прекрасно, великолепное пространство, которое нравится всем. Там появляется потихоньку бизнес небольшой, да, там какие-то ларьки, кофейни ставят. Как сделать, чтобы и на правом берегу было место притяжения красноярцев? Ну, это абсолютно правильный вопрос, в десятку. И я считаю, пространство только тогда можно оценивать, что оно состоялось, когда на нем есть люди. Да, люди начали гулять, пользоваться. Они приватизируют по-хорошему город, и это здорово. И сейчас набережную, вот на Ерыдинскую набережную сольем с белыми росами. Представляете, насколько вот мы подразумеваем, сравняем вот эту некую социальную тоже диспропорцию вот этой правобережной набережной. А бизнес там появится. Мы в этом году сделали, наконец-то разрешил этот вопрос, никак не мог. То там, то с руководителем, с одним, с другим, все криво, косо как-то шло. Не то, что я хотел. В этом году сделали проект, реализовали Красгорпарк. Специальное подразделение, которое будет отвечать у нас за ключевые пространства, в том числе за набережные. И, конечно, они в этом году, я их просто-напросто каждый день вот оттачиваем технологии, чтобы они убирали, убирали, убирали. Вы вот посмотрите, вот полгода, они, конечно, набивают руку. Со следующего года и туда бизнес, они начнут выступать, в том числе операторами, и привлекать бизнес на все общественные пространства. Мы запускаем специальный конкурс, чтобы это не просто были профессиональные актеры, когда можно было, ну, есть такие форматы, а мы, у нас есть конкурсы молодежной поддержки, специально, чтобы молодежь забирала себе эти пространства в прямом смысле этого слова. У нас Красноярск рукотворный. В этом году, конечно, тяжело. Мы в том году попробовали, в этом году полноценно не могли, но мы дальше будем идти, и эти пространства будут жить. А набережная, посмотрите, какое масленица была, провода зимы, когда у нас наши моржи установили мировой рекорд. Ну, это же там просто фантастика была. Только открыли, еще даже в лето не жила. Поэтому все будет, и вот при помощи структуры это мы точно людям обеспечим качество. Как вы считаете, когда этот стереотип исчезнет, что правы не поеду туда отдыхать? Ну, я думаю, что вот у меня, смотрите, я по своим внутренним ощущениям, вообще переломным моментом была Ерыдинская набережная. Это, знаете, вот как комок на сердце, комок на внутри. Я все время, я даже не мог, вот с жителями встречаюсь, ну вот потом выходил весь, знаете, такой аж в депресснике, вот, потому что понимаю, какие вопросы. Они объективно очень ставятся. И когда мы вышли и сделали первый участок, ну тот советской набережной, сделали, и знаете, вот как камень с души свалился. А в этом году мы делаем участок, который соединяем от прошлогодней до Белых Роз, туда, где не прикасалась ни разу рука строителя, благоустроителя за всю нашу 400-летнюю историю. По сути, мы заходим на девственно загаженную территорию, и мы ее приведем, и она будет лучше, она и так у нас, Ерыдинская набережная, лучше в Сибири признана. И это право будет носить 2,5 километра, представляете, будет единой монолитной Ерыдинской набережной. Туда-обратно 5 километров, хороший спортивный маршрут. Я, кстати, даже из дома ходил до Белых Роз пешком-то. Я, можно вас в Образцово перекину, оттуда спрашивать. Угу. Район расстраивается, причем не спрашивают, будет или не будет школа и сад. Спрашивают, когда?
Да, есть она в программе. Вопрос не совсем простой. Земельным участком сейчас занимаемся. Там все в частной собственности. До конца года мы должны попробовать механизм мены земельных участков, чтобы в муниципалитет получить земельный участок. И, насколько я помню, вот по программе социального нашего развития соцобъектов, 23-24, по-моему, год. Угу. Вот, спасибо. Так, вот так планируем. Да, я напоминаю, что у нас будут вот такие блиц вопросы короткие. Да, у меня много коротких. Когда что-то построят. Я могу где-то, да. Конечно, плюс-минус. Ну, да. Ну и в целом, да, я думаю, что обязательно уточним какие-то даты в любом случае. Глобальный вопрос у нас тоже имеется. Про инициативу горожан. Как сделать так, чтобы наши красноярцы стали активными? Я к чему спрашиваю? Великолепно, когда во дворе появляются какие-то конструкции, которые создали сами горожане, например, вот эти лебеди из покрышек, да, павлины самодельные, но не попахивает ли это, да, немного такой деревенщиной? Как сделать так, чтобы народ был активным, это А, и народ стал современным, ведь мы хотим присвоить статус столичности Красноярска. Точно. Это Б. Как это сделать? Думаю, что вопрос решаемый не мгновенно, он чуть-чуть такой в периоде будет растянутый, но основы для этого механизма мы тоже уже нашли. Абсолютно правильно. Можно сделать поддержку, вот мы сейчас делаем. У нас вот в 2017 году была единственная программа поддержки. Это лучший район по благоустройству. Там буквально с несколькими миллионами рублей. Мы потом инициативное бюджетирование добавили. Что такое инициативное бюджетирование? Там, по сути, люди собираются инициативно и говорят, мы хотим вот это место благоустроить. Несколько там, по сути, там доли процентов вкладывается, остальное бюджет вкладывать. Но важность, знаете, в чем? Прикосновение человека к этому объекту. Угу. От идеи. Человек, режиссер, он создатель, созидатель. Он прикоснулся. Не дай бог ты к этому объекту вот что-то сделаешь. Там, мама, не горюй. Я бы вот здесь вандалом туда бы точно не... На муниципальные они еще посягаются. А вот на те, которые жители сделали, туда вот я бы не советовал никому жди заходить. Самосуд, да? Да, в этом году программа поддержки «Лучшая концепция озеленения». Небольшие, на самом деле, 5 миллионов рублей, но по 100 тысяч номинанты получили. 50. Они делают такие шедевры. Вообще, вот поэтому люди, вот они идут. Надо искать механизмы помощи. Да, что из этого сделать на самом деле? Получится, ну, условно, лебедь, как вы говорите, из покрышки, и все в этих лебедях будет. Тогда нужны нам вторые. Мы нужны стандарты. Мы должны на практике показать, а как же, что такое красота, что такое хорошо. И мы с этого начали, по сути, если помните, 18-й год, и мы говорили, стандарт благоустройства, стандарт архитектурного оформления, начиная от фасадов, вывесок и так далее. То есть мы же вот с этим, там, со всяким вот этот хламом благоустроительным, заборчиками, там, столбиками, какими-то пеньками боремся, боролись и до сих пор будем бороться. Но мы создаем те же самые парки и скверы, мы создаем в них некий стандарт. То есть мы свой уровень сознания автоматически повышаем. И не надо людям приходить и рассказывать это. Это все видят, они сами все будут понимать. Поэтому надо просто... Люди у нас самые крутые. Их надо просто правильно поддержать и показать, сделать стандарты, как можно делать при благоустройстве. В общем, если проще, город показал на общественном пространстве, точно. Жители двора точно. Переманили к себе. Точно, точно. Угу. Коротко задам спортивный вопрос. Будет ли в январе проводиться волшебный лед в Сибири, спрашивают в Инстаграме. Я пока по Новому году хочу так очень аккуратно сказать. Конечно, в этом году, учитывая, что этот конкурс международный, его всегда у нас помогал делать наш меценат Хазрет Меджидович СМН, но учитывая то, что невозможно будет просто-напросто физически коммуницировать и приехать архитекторам-скульпторам зимних фигур, мы, вероятно, этот конкурс перенесем на следующий период, ну, чтобы просто идею этого конкурса не аннулировать, и, ну, будем замещать своими возможностями создания ледовых скульптур там, в районе наших елок. Мы в этом году географию, кстати, елочного пространства пересмотрим. Не буду забегать вперед, лучше пусть это будет так вживую все видно. Поэтому мы тоже здесь пересмотрим концепцию. Мы добавим несколько новых мест, где елки оживят, в том числе новое пространство.
Город стал чище, это отмечают многие. За счет чего этого удалось добиться? Это страшная работа, которая не прекращается ни на минуту. Сейчас в том числе ваши вылазки в 5 утра? И в том числе сейчас от вас поеду. Сегодня должен один был из руководителей получить такого втыка. Не попридержал, потому что там дома не очень благополучно. В том числе там хотел валить так, что... Поэтому потерплю 2 дня и за так что? Далее. За то, что в определенных частях там на правом берегу увидел мусор. И не работают в том числе с объектами притяжения. Есть объекты, которые работают объективно. Я все понимаю, когда объект не работает, тяжело и так далее. Но есть магазины, есть банки, есть достаточно серьезные сетевые компании, которые, извините меня, не могут подмести около своего крыльца. Вот это я не понимаю. За как это, вы на них влияете? Здесь влияем очень просто. У нас есть и служба городовых, и морально влияем, и в том числе материально, административно. Городовые приходят и в том числе каждый день начинают доставать. Мы сравниваем между собой так же, как это стандарт вот, у людей. Покажи, как. Я говорю, вот сосед, смотри, как сделает. И начинаем просто, извините меня, как вот котенка мы приучаем к одному месту. Вот и здесь такие же способы применяются. И люди понимают, когда видят, когда сосед сделал, а ты сидишь, извини меня, по колено в грязи. Один раз прижучили, протокол составили и так далее. Потаскали, показали по телевизору героя дня. И все нормально. Люди хорошо на это реагируют. Просто надо системно с этим работать. Мы зачастую, конечно, в суете, вот я почему там главам зачастую бывает у меня там нападки, потому что чуть-чуть приослабили, и все, и как будто снова все потекло своим чередом. Поэтому это вообще она будет, я им сказал, ваша задача проще вылезать город. Пока я здесь, вам отмазаться никому невозможно будет. Поэтому мы все технологии. Мы даже на самокатах убираем тротуары сегодня. Мы пылесосы свои сделали, свои сконструировали, прямо изготовили. У нас несколько пылесосов своего производства для того, чтобы не приобретать вот эти забугорные дорогие пылесосы. Сами делаем. Еще только не придумали. Красгорпарк тоже благодаря этому появился, чтобы в 5 утра начинать уборку на общественных пространствах, что это было ключевыми направлениями. А у меня тоже вопрос про чистоту. Зато, правда, не под ногами, а больше на уровне глаз. Вот из Инстаграма читатели возмущаются буквально. Вандалы, 3 восклицательных знака, пишут они. До каких пор? Почему народные деньги, уплаченные в бюджет, ну тут, правда, заносят, с каких налогов идут на восстановление вандальных действий? Что вы намерены делать с вандалами? Дальше уже более конструктивный вопрос. Ну вот, смотрите, я-то тоже, у меня как только это появляется, я, извините меня, сальто из штанов делаю по этому поводу. Это, конечно, вообще плевок, на самом деле, вызов всем нам. Вот, знаете, такое мелкое, подлое хулиганство, я по-другому это не могу сказать. Знаете, как где-то подпольно кто-то там царапнул твою машину. Вот это из этого разряда. Вот это люди с больной психикой, они делают вызов, но что с ними делать? Они есть. Им не нравится, что у нас становится лучше, чище и так далее. Они нас тянут в помойку назад. Давайте туда уходите, не надо тут так жить. Ну ничего, надо бороться. Здесь, конечно, ну, полиция помогает. Мы несколько человек поймали. Есть люди, которые даже отрабатывали с метлой 15 суток. Здесь была полиция, молодцы, кстати, пользуясь случаем, их с праздником надо поздравить. Они наказывают, ищут. Видеокамеры, конечно, тоже не панацея. Есть вопрос, вот снова, здесь только наша общая консолидация. Я вот как говорю, всегда костер зажигается от спички. Вот, от маленького огонька. Кто-то где-то увидел. Сейчас есть средства, не надо, может быть, даже, понятно, люди могут опасаться, что, ну, кто его знает, что у него там на уме, если он своими грязными ручищами рисует это непонятные символы.
Ну, есть Инстаграм, сфотали, отправили и так далее. Я даже людей, я людей искренне прошу подключаться к этой теме. Но понимаете, вот этим условно варварством, наказанием, вряд ли что-то мы все равно сделаем. Все равно воспитывать надо красотой. Будут, если там 10, извините меня, вредителей пока вот этих мелких, ну, будет 5, потом не станет и так далее. Ничего страшного, поэтому победим, конечно. А если что-то красивое нарисуют? Таким образом, ленивый пес красноярский, знаменитейший, появился. Его вроде не закрашивают. Да, вот здесь это есть. И мы вообще эту тему поддерживаем. Вот у нас, знаете, вот улица сейчас, галерея под открытым небом, наш Вавиловский Эрмитаж, я это называю. Это там уже целое появилась идея, это просто конкурс поддержать вот этих молодых ребят, художников, для того, чтобы они могли реализовать себя в красоте в городской. И вот, сейчас же там целая уже галерея. Сейчас вот на Красрабе сделали картину. Мы там даем им причальные, там различные стенки выбираем. У нас архитектура смотрит. И мы дальше будем этот конкурс. Я дальше хочу уйти там Ленинский район, посмотреть по грантовой там программе на следующий год. Сейчас пока мысли есть, там забегая вперед. Хотим дальше вот эту программу еще расширить. Потому что ребята должны реализовать, когда они сделали сами, когда там вложен труд их, вот тогда это ценно. Все остальное это... Спасибо. Я еще про чистоту добавлю. Еще один вопросик. Похвалили мы, что город действительно стал чище. Но, знаете, есть у нас проблема, когда межсезонье наступает. Весна, осень, появляется действительно грязь. Это и от подсыпки вот этой. Что с этим делать? Как дальше город будет вести политику, когда наступает этот период и когда все вокруг серое? Ну, есть, я такие, думаю, периоды не только для Красноярска. Если посмотреть вот там про подсыпку и так далее, а я простую вот цифру, чтобы ее понимать просто надо, что это такое. Вот раньше все там ругают эти там реагенты и так далее, уже там голову там проели этой темой. Но что она дает? Можно уйти снова там в каменный век и сыпать. Мы за зиму вываливали на дороге, в прямом смысле, вот противогололедный материал, 60 тысяч тонн материала. 60 тысяч тонн материала. Это 10 железнодорожных составов, 10 100-вагонных составов грязи, по сути, завозили на город. Это сейчас, вы про старые. Это про старые. Сейчас у нас этого нету. Ну а дальше там грязище, все эти наносы, которые на бордюрах, вот такие, как корыто дорога, зацементировалась, потом оторвать не можем. Сейчас же у нас практически под бортик, все пропылесосено, у нас практически мы мусора стараемся не допускать на основных, по крайней мере, на 100 магистралях. Поэтому клевневки вообще полностью убили. Все это туда улетело. Поэтому мы все равно будем оттачивать технологии. Мы будем применять самые современные материалы. Вот сейчас даже мы выставляем требования к современным материалам. Производители еще такого даже не делают. Они не могут. Обычно рынок тянет всех. А мы теперь задаем такую планку, что производители не успевают за нашими требованиями. И мы технологию будем оттачивать. Мы сейчас убираем каким образом? Обработали. Тут же пошла щетка. Потом убрали к бортику. Дальше комбайн, этот комплекс прошел. Все собрали и все. Будем технологию здесь оттачивать. Я думаю, что с каждым годом этого меньше, меньше и меньше будет. Поэтому в этом году была пандемия. Мы обошлись в этот период весной вообще без субботника. Без субботника, своими силами. И я теперь понимаю, на самом деле, запас прочности. Это у нас не есть хорошо. Все равно субботники надо проводить. Я сторонник этого. Но я понимаю, что у нас и есть, в принципе, у людей уже понимание, у производителей работ, как правильно надо отработать. Это очень важно. Давайте... Вот с дворами у нас пока еще мы это не дотянули, эту тему. Это опять же из той серии, что это... надо показать пример. Абсолютно точно. Давайте от дорог недалеко, но про общественный транспорт. Мы обещали нашим зрителям про 91-й маршрут поговорить. Вот тут очень масса вопросов про него. Вот, например, присоединяюсь к вопросу о 91-м маршруте. Стало очень сложно и долго добираться в Рощу. Прямого автобуса нет, троллейбусы ходят долго и нестабильно. Пожалуйста, верните 91-й маршрут на прежнее место. Ну, смотрите, да, 90... Я знаю, и у меня много вопросов, согласен. Вернуть-то его можно
с удовольствием, кто работать на этом маршруте будет. Он исторически, конечно, набитый, сложившийся и так далее. Мы для того, чтобы все-таки... Там перевозчик просто-напросто не вывозит уже этот маршрут. Пандемия в том числе подубила очень серьезно и транспорт. Просто очень серьезно. Тариф мы уже там больше 2 лет не смотрели, они уже тут всех трясет, держим. Пассажиропоток просто обвалился, и те перевозчики, которые, по сути, были, ну, вот на, знаете, на грани, вот плюс-минус и так далее, многие просто... У нас не только 91-й маршрут просел, у нас еще ряд маршрутов летом уходили, мы переформатировали сеть. Но понимая это, мы все-таки и акцент еще стараемся делать на эко-маршрут. Мы запустили впервые все-таки не просто вот тот укороченный, а сейчас магистральный эко-маршрут с троллейбусами. Я не знаю, почему, сейчас еще поразбираюсь, почему нестабильно. Троллейбус, наоборот, там интервал уже довели до 5 минут. Сейчас новые троллейбусы туда планируем добавить. Это маршрут от Краза до Ветлужанки. Сейчас 88-й маршрут тоже будем пересматривать. Там экскурсионный тоже есть, наш, который самый долгий. Есть проблема, мы тоже будем там пересматривать ряд остановок, чтобы людям было удобнее адаптировать его, в том числе вот на перешейке от Покровского до, ну, там, Северного. Поэтому меры такого компенсаторного характера, в том числе и с экологическим, по сути, аспектом, мы приняли. Но будем дальше смотреть за ситуацией впрямую. Вот я пока не знаю, как на самом даже деле. Есть примеры, если в троллейбусах стоят GPS-навигаторы, пишут буквально, вот не могла в 20:00 уехать в центр из Рощи, ждала автобус 30 минут. Ни одного троллейбуса не проехала даже в сторону спортзала. Не говорю уже про то, как люди добираются до Краза из Ветлужанки. Я сейчас это по режиму, потому что была, мы проговаривали, я не знаю, может быть, пока они не успели что-то там адаптироваться и сконсолидировать, вот подвижной состав, может быть, переходит. Но я обещаю, я посмотрю по интервалу для того, чтобы минимизировать все-таки вот эти неудобства максимально. Вообще, как считаете, троллейбусы, они будут востребованы в Красноярске? Я думаю, мы по этому направлению идем. Мы сейчас работаем вот с федеральным Минтрансом. У нас там первая попытка не очень была, там секвестирование было просто этой статьи федеральной. Сейчас мы заявились, мы 20 троллейбусов должны будем получать. Причем мы даже хотим, экотранспорт должен быть. Я почему говорю, вот этот магистральный впервые левобережный маршрут, он по сути через весь город идет от Краза до Ветлужанки. И дальше задача все-таки сомкнуть еще пока вот перешейком. Ну, на самом деле с транспортной сетью базовая, она от советской-то сильно далеко не уходит. Ну, новые микрорайоны появляются. Это еще троллейбусы? Восстановить троллейбус, не восстановить, а сделать троллейбус, чтобы между двумя берегами ходил, между левым и правым берегом. Там чтобы... же, по-моему, ну, вот, в апреле вот, какой-то планируется. Вот, ну, это вот, еще вот, троллейбусы вот, или уже электробусы, которые вот рога опускают и приезжают? Это комбинированный троллейбус на автономном ходу. То есть мы дополнительные провода через коммунальный мост тянуть не будем. Там система сейчас позволяет. Электробус очень дорого. Ну, я боюсь даже цифру, стоимость называть. Один электробус – это 4-5 автобусов. Стоимость одного. Поэтому мы пошли по технологии. Мы обкатали такой троллейбус с автономным ходом, когда опускаются, ну, трога, по-простому. Сколько-то едет? У нас троллейбус, вот мы, который брали, обкатывали, он шел с Северного до университета на автономном ходе, до СФУ. На автономном ходу прошел. Вообще не подключаясь к проводам. Предлагаю подытожить эту тему. Недавно департамент транспорта хвалился, что 2/3 подвижного состава поменялось за последние несколько лет. Получаем мы из столицы автобусы, да, пусть и поддержанные некоторые. Ничего страшного. И финансирование, да. Будет ли так, что вдруг повышение цен на проезд будет для пассажиров, как считаете, в ближайшей перспективе? Я пока, говорю, пока эту тему не рассматриваем, пока вообще ни на каком уровне, пока не обсуждаем.
Поэтому надо, я говорю, сейчас будем заходить во вторую волну. Все равно у нас пассажиропоток. Это один из первых. Вот рестораторы первые цепляют. Потом общественный транспорт. Это, знаете, первые индикаторы, которые ловят на себе все вот эти невзгоды, ограничений, как вы сказали. Самое часто используемое слово – локдаун. Угу. Вот это страшное слово. Тогда вообще полностью останавливается экономика, и у людей просто не на что работать, жить и так далее. Поэтому надо будет смотреть, пока никаких решений, обсуждений в этом плане нет. А может тогда про рестораторов очень в общем. Они, конечно же, сюда тоже писали. И вот сейчас есть мера после 23-х, все закрывается. Понятно, что такие постановления выпускаете не вы, но город у нас на очень хорошем ресторанном уровне. И нет ли такой, ну не то что обиды, а непонимание или наоборот понимание, а как же им быть? С ними быть, чтобы они все-таки жили и не выживали. Точно, прямо точный вопрос. Болевой. Что сейчас мы делаем для того, чтобы нам не попасть условно во вторую волну? Потому что ситуация, если будет ухудшаться, государство все равно применяет меры ограничительного характера. Другого ничего просто-напросто не придумано, инструментов. Но меня всегда, вот, когда первый анализировали этап, мы потом уже посмотрели со всеми, я же с бизнесом раз, не знаю, 200 встречались каждый день по 10 раз, анализировали. Ситуация складывается следующим образом. У нас условно из-за там никого не хочу обязать, из-за шашлычки, где руки даже не моют, закрываются рестораны мирового уровня. Вы правильно сказали? Мирового уровня. Где уровень санитарной обработки на сегодняшний день, я хочу сказать, с реанимацией точно сопоставим. Там такие машины по обработке, по термомойке стоят. Там просто меры вообще беспрецедентные. Там можно операции делать без дополнительной. Я уж так, может быть, усиливаю ситуацию. Но вот это сейчас мы принимаем во внимание. И инструмент пробуем, инструмент такого самоконтроля. Вот сейчас они прорабатывают для того, чтобы сами себя, профессиональное сообщество, чтобы проверяло и говорило, что мы выполняем больше, чем положено по любым инструкциям. Вот к этому надо сейчас, вот в этом направлении, чтобы не влететь на вот этот самый локдаун. Ну, раз мы про заведения, рестораны, и предлагаю как раз вот эту развлекательную сферу немного уйти. Биг Бен запел, на крыше администрации начались различные, я не знаю, концерты духового оркестра в том числе. Что еще продолжает, какие сюрпризы город делать, такие неожиданные, нежданчики, я бы их назвал. Ну да, в том числе здесь крыша и запел, благодаря, наверное, в том числе и определенным вашим сотрудникам, инициативам. Это на самом деле есть. Будут новая, условно, традиция. Я сторонник, чтобы город имел свои традиции. Ну, наверное, в каждой семье, я думаю, что есть определенные семейные, там, узкие традиции, может быть, более широкие, но они всегда есть. Город ничем не отличается. Мы такой же, мы семья. Вот я как это называю? Вот столица, да? О чем мне всегда говорят? Столица, что там толдычишь с этой столицей? Это не, может быть, кто-то там конкуренцию какую-то видел, это их проблема. Они пусть и живут в этой парадигме. У меня столица очень просто. Столица, это мы все, это наша семья, и мы должны иметь традиции. И эти традиции введены, и еще в следующем году ряд традиций новых мы хотим. Я с вашего позволения, не буду пока анонсировать. Ну, хотя бы один, нет? Мы их подготовим. Я хочу, чтобы у нас все-таки была еще вовлеченность различных поколений. Начиная в традиции, причастность традиции. Люди должны прикасаться, они не должны быть наблюдателями этих традиций и так далее. Вот мы когда, ну, условно, крышу там под туристические все эти вещи, форматы, ну, когда, возможно, было, открывали, это же, вы не представляете, когда я пришел и сказал, давайте откроем доступ на крышу. Ну, вот у руководителей, там, кто отвечает за внутреннюю там безопасность, за все хозяйственный блок. Ну, представляете, что в голове произошло?
Он мне кажется, подумал, каких-то я там чего-то наелся, там, не знаю, и так далее, и так далее. Или он во сне это все слышит, и так далее. Это тоже, это стереотипы. У нас площадь революции, далеко не надо ходить. Парковое пространство. Парадная безлюдность раньше была. Сейчас люди там же тусуются, качаются, гуляют, отдыхают, не знаю, целуются, играют, гуляют. Все, все, что... Это вот она. А когда говорили, а как же там перголы делать? И что? А там же сам же Ленин. Что? Да ради бога, Ленин радуется, что там приходят каждый день люди больше, чем на демонстрации. Здорово. И это слом традиции. И традиции должны... Люди... А дальше в следующем году запустим традицию. Я хочу, чтобы люди прикасались к этой традиции. Они должны быть причастны, они должны быть участники. Начиная от наших карапузов, заканчивая наших ветеранов. Угу. А можно тогда вопрос, раз про подчиненных чиновников и глав района в том числе зашел, пишут вопрос, почему чиновники главы района не ведут и могут ли вести прием граждан онлайн хотя бы раз в месяц? Это тоже к вопросу новаций. Ну да, есть. Мы такое попробовали. У нас сейчас центральный район Войцеховский на прошлом месяце проводил такой формат, внедрили. У меня раньше я делал, сейчас вот они попробовали, мы все-таки эту тему качнуть. Я полностью пересмотрел этот прием вживую, в интернете, прям несколько часов он там был. И эта практика, мне кажется, абсолютно нормальная. Я буду это внедрять. Спасибо. Вот. Про соцсети, раз мы уже заговорили, онлайн-формат, ваш Инстаграм. Ну, как нам написала ваша пресс-служба, приоткрою секрет, да, ваш Инстаграм один из самых крутых, мы это сами прекрасно видим. Много тысяч подписчиков всего за короткий промежуток времени, свыше 72, если быть точным. Что это для вас? Что для вас Инстаграм? Это связь с жителями или это просто рупор только от вас? Или вы принимаете? Нет, ни в коем случае. Рупорт не может быть, иначе это определенная такая некая галерея тщеславия. Это другая, это вообще не про то Инстаграм. Инстаграм, вот понимаете, миллион, нас живет 1 100 000 человек. Вот приемы, которые у нас там предусмотрены, вот ведешь физически, допустим, приходят граждане с некоторыми по 2 часа, вот представляете, проблему разбираешь, ну как дойти вот до всех вопросов? Я в Инстаграме, ты сразу понимаешь отклик, я не могу, конечно, вот досконально, ну вот просто извиняюсь, там, ну до каких-то частностей, и там меня на самом деле не хватает, и нас не хватает, но... Я оттуда вижу, допустим, некоторые темы, вот идет вопрос, вот мы там сделали то-то, то-то, новое появилось в городе, а мне говорят, за окно посмотри, экология, или там еще что-нибудь, там, или там с мусором там была проблема. А некоторые жители подсказывают, высылают фотографии, и я такой читаю, там, допустим, у нас тут одна проблема есть там, по огородной, по склону. Я вообще там ночью чуть не спотел, там, схватил эту фотографию. А они же, есть такие вещи, когда мы не можем за каждый уголок зайти и так далее. Поэтому вещи люди консолидируют. Я вот вводили рубрику, допустим, спрашивали, отвечаем. Я говорю, ну смотри, вывалилось 250 вопросов сразу, допустим, ну там по транспорту, там по ЖКХ, там бывает, там по благоустройству, там по экологии, в зимний период есть, когда где-то начинают, там не успевают там чистить и так далее. Или там, где, почему сделали вот так асфальт, или там дырку почему, зачем вырубили, что за дураки и так далее. Много, и ты смотришь, этих вопросов много, каждому тяжело ответить, ну просто с ума сойдешь. Их я обобщаю. И мы консолидированно выдаем. И по многим, я, ну, не знаю, там, долю процентов, но для меня это самая главная связь. Я иногда встаю там ночью, не дай бог, вечером перед сном почитал, все там, ночью встаешь, поехал смотреть, не можешь спать, вот смотришь, так это или не так. Все, потом начинаем эту тему рассматривать. Каждая планерка, я начинаю, я в выходные выписываю себе все вопросы, которые мне надо адресовать
Вот это, да, поэтому это вот самый ценный ресурс. Но вы же сказали, что очень много вопросов, и невозможно на все ответить. Как привлечь ваше внимание, на что в первую очередь глаз падает? На глаз... Я имею в виду, вот как, ну, как, на какое сообщение вы посмотрите из тысяч, двух тысяч, не знаю, трех тысяч? Невозможно же все посмотреть. Как вы видите? Ну, как мы видим? Смотрите, есть две темы. Там директ, понятно. Там, да. Ну, люди, некоторые есть вопросы, которые, ну, там условно невозможно сделать, чтобы они были... Для всех в обзоре, конечно, директ там, ну, смотрится, их не так много, это больше там такого личного ощущения, плана, там, вопросы. После этого эфира люди, станет много. Историс, да, ну, на да, которых да, вас отключат. Да, и вопросы, понимаете, их не так сложно, наверное, когда идет там комментариев, ну, вот там 350, когда ты понимаешь. Вот вывалилось. Это в большей степени будет, вот из 350 вопросов будет, я уверяю, где-то процентов, ну, процентов 80-90 будет по какой-то одной теме, которая сегодня волнует. Uh-huh. Иногда даже пост, который ты там, ну, там хочешь донести, что мы вот, у нас в городе то-то, то-то появляется, он на сегодня, я понимаю, не актуален. Людей, вот она сегодня болевая точка. И эту болевую точку начинаешь воспринимать. А дальше там остается 20-30 вопросов. Есть периоды достаточно, ну, знаете, такого лояльного, такого некого, как это, перекура в этой части, когда идет там 69 вопросов, вот там прошло, это считается немного. Ну, давайте я помодерирую для вас. Вот есть еще из мясокомбината района спрашивают, хотелось можно... бы... Не называем больше слово мясокомбинат никогда. Я запретил своим, у меня штраф руководителям, кто назовет, еще раз произнесет слово мясокомбинат. Ну, вопрос мне, видимо, а как тогда называть? Пока называем «Бугач», а дальше посмотрим. Ну, тут вот уже не вырубишь топором написанного вопроса. Хотелось бы узнать, как можно было дать разрешение на строительство школы на... мясокомбинате здесь написано, это цитата. Продолжаю. Рядом со школой находится подстанция слив канализационных отходов. Дома стоят на одной стороне, а школа на другой, через дорогу на пустыре. Такая, ну, ситуация. Такой, я думаю, что, конечно, вопрос, ну, чисто, наверное, по ощущениям так выглядит. Но школа там будет сделана со всеми современными решениями. Давайте помоделируем. Куда посадить школу в Бугаче? Давайте начнем с того. Вот, что, вот кто-то мне подскажет более гениальное решение. Я поклонюсь в ноги. Вот скажу. Мы садик сейчас на Норильской. Он на окраине. Мы один садик, второй выкупали. Сейчас строим еще один садик. Дефицит катастрофической земли. Но мы освоим эту территорию. Там будет все поднято. Мы сделаем пешеходный переход. То есть там не будет никакого конфликта с... Я понимаю, магистральная трасса. Сделаем надземный пешеходный переход. И там будет безопасность обеспечена 100%. Но, смотрите, еще вопрос. Высоко вот урбанизированную часть, вот застроенную, в плотную, монолитную вот эту застройку, прям вот так буквально все натыкано. Если даже куда-то воткнем школу, но она будет 500 мест. Ну что такое 500? Она не решит. Денег потратим огромное количество. У нас там школа будет единственная за Уралом такая по объему, 1550 мест проектных. А учиться будет, я уверяю, что еще больше. Поэтому мы выполним мы выполним все требования современного состояния безопасности. И когда объект будет сделан, я вот уверяю, туда надо будет сходить и просто все оценить. Я думаю, что вот все вопросы снимутся потом. И еще тогда вопрос такой же, только район другой. Микрорайон Серебряный, Октябрьский район. Угу. При застройке планировался детский сад во дворе. Территория позволяла. В итоге пишут, сада нет. Администрация отвечает, что перенесли на Стасово. Это 4 остановки от первоначального нахождения. Ну, вопрос тот же самый. Вопрос земли. Ну, я не могу условно вернуться на машине времени на какие-то годы и просто-напросто разрешение. Мы и так, на самом деле, много что сделали в этой части приостановки, там, вот этой этажности и так далее. Но законодательство, ну, на мой взгляд,
ну, настолько оно лояльное, вот в этом плане, там, строители все время там жалуются, что жить тяжело, строить невозможно. На самом деле, законодательство на 300% в пользу строителей. И зачастую здесь вот ничего не... Вот мы сейчас генеральный план, вот почему делаем? Вот сейчас следующий год будет корректировка, принятие, наверное, даже нового, по сути, обновленного генплана. У нас забито там, где не надо, там у нас строится, а там, где надо построить, там соцобъекты, дороги, школы, садики, там у нас затык, мы не можем. То у нас зоны, черт знает как, разбиты в генплане. А генплан — это такая вещь, которую принимается раз на 10 лет. Его невозможно. Его вот, представляете, вот мы сейчас 3 года, мы одну корректировку генплана сделали для того, чтобы сделать садики и школы, хоть что-то вырвать для того, чтобы вот то, что мы уже настроили. А кто не дает вносить другие корректировки в генплан? Почему это нельзя сделать? Документ очень... Это, знаете, это как конституция. Вот генплан, мне кажется, конституцию проще... А последняя практика чем генплан поменять. Вот можете присоединяться, вы увидите, волосы встанут везде дыбом. Какая тяжелейшая процедура генплана. Просто застрелиться может. Мы на это убьем в чистом виде, 1,5 года. Я думаю, что он что-то нам разрешит. Я ни в коем случае, конечно, я сразу об этом сказал. Это наша боль, что многие микрорайоны с точки зрения социалки просто-напросто практически находятся вот за гранью вот этой несправедливости. И мы сейчас хоть как-то пытаемся ее выровнять. Ну, что касается других объектов, мы про садики поговорили, да, вначале про скверы. Центральный парк. Что тут? Ну, центральный парк у нас, думаю, все освещали. У нас достаточно неплохо сейчас идет динамично процесс, причем с участием международных. Вот Красноярск выходит. Интерес, по-моему, 37 городов мира, проектных бюро мира заявили. Три финалиста получились. Три финалиста. Все-таки у них пока не разрабатывают проект. Каким вы видите центральный парк? Каким он должен быть? А там на самом деле с точки зрения, вот если общей концепции, там несколько вариантов. Это должна быть многофункциональная площадка с сохранением тех традиций, которые были заложены в этом парке, в том числе сохранение спокойных зеленых зон. Но в этом парке каждый человек, по сути, должен найти свою точку приложения. Вот вы там захотели просто прийти погулять спокойно, вы должны это сделать. Вы захотели, чтобы ребенок где-то прокатился, эту тоже опцию надо дать. Захотели, не знаю, там спортом позаниматься, локация должна быть спортивная. Поэтому это мульти такой, наверное, функциональный парк с сохранением всех наших базовых исторических моментов. Но чтобы время и зеленое там... пятно должно обязательно сохраняться. Чтобы время там догнало там 21 век, а то так оп, 80 какой-то, оп, 2020. Да. Это центральный парк сейчас, это машина времени. Ну вот я себя вспоминаю, я как помню, 78-79 год. Вот ничего не поменялось. Я тут фотографии, когда был на изоляции, перелистывал фотографии. У меня есть фотографии, несколько фотографий из парка Горького. И фотографии годовалой давности в телефоне. Вообще ничего не поменялось. Сергей Васильевич, ну и пару минут у нас буквально остается. Я думаю, что вот этот вопрос как подытожить. 3 года вы уже мэр Красноярска. Как считаете, что изменилось лично для вас в городе? И какие для вас, наверное, объекты, которые, может быть, появились, самые дорогие за это время? Ну да, это такой, наверное, расширенный философский вопрос. Ну, наверное, я бы начал своего, наверное, внутреннего ощущения. 3 года назад я и 3 года и сейчас, это, конечно, ну, люди, я себя абсолютно другим человеком ощущаю. И
Ну, как бы, там, наверное, моя внутренняя вот ощущение вот этой семейственности красноярской. Семья большая стала, 1 100 000 человек. Это, и я именно так расцениваю. Я с этой, с болью, с радостью просыпаюсь, ложусь и так далее. Какие объекты? Ну, я начал говорить о большой глобальной одной идее. Дальше вот это восстановление такой некой справедливости между нашими берегами. Вот смотрите, у нас сейчас благоустроительный пинг-понг идет очень красивый по берегам. Сделали на столбах центральный вход, в том числе для универсальной среды. Дальше гремячая грива. Это все вот большие проекты, которые ведутся совместно с правительством края. Дальше сейчас пошел восточный вход. Потом будет Николаевская, снова сопка, набережная. И вот это все центральная, сейчас уже центральная, правильно называть, Ерыгинская. Дальше мы уйдем на набережную в Кировский район, потом в Ленинский район уйдем, потом вот эти кольца завяжем. И вот он, незыблемое наше богатство создать, неприкосновенное. Это раз. Конечно, хочу вот искренне, чтобы аквапарк достроился прямо... вот мечтой езжу, смотрю там. И мечта, что в городе появился, или самому охота туда сходить? Ну и самому, конечно, это тоже. Нет, я вообще все, что появляется, даже так получилось, что коронавирус на себе протестировал. Я все пробую на самом деле на себе. Не знаю, хорошо это или плохо, но все стараюсь пробовать. У меня сейчас там есть новая фишка для себя. Не буду тоже говорить. Поэтому город – это огромная семья, это наша столица. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Справедливости ради и баланса для. Мы вам задавали много острых вопросов, но, по крайней мере, у меня в Инстаграме были комментарии благодарности. Я считаю, что это тоже важно. Один из, вот, например, пишет: хочу сказать спасибо за закрытие котельной на телевизорной. И закрыли. Еще бы побыстрее закрыть котельную РВЗ в центре. Точно. Да и на окраинах им нет места. Прям согласен, и две закрыли, сейчас еще одну. А вот, кстати, мечта, вот завершая, ты про экологию вначале сказал, что мы в хорошем рейтинге сегодня, но вообще это наш на самом деле тяжелый минус, а вообще мечта, чтобы этот минус стал нашим плюсом. Вот на это надо тоже, над этим работать серьезно. Ну, у нас спасибо есть большое. Рубрика «Экодозор», мы чуть позже к ней вернемся. Сергей Васильевич Еремин у нас в гостях. Да, спасибо. Юля расскажет. Спасибо большое, что пришли к нам, тем более сразу после того, как выздоровели от коронавируса. Благодарю. Я как вооружен, но безопасен. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Ну что ж, Юля Бочарова продолжит эфир. Мы еще раз благодарим мэра города, что пришел к нам. Сейчас небольшая пауза, а далее продолжим.